Мне твоя помощь нужна. Вот гадство. Угадай, что я сейчас узнал. Ты в курсе, что топливо мы в основном покупаем в рыбацкой деревне? Эти козлы заправочной станции, походу, делятся прибылью с армиями. Кого надурить пытаются? Нас! Надо с ними разобраться. Поработать хочешь? Видишь, вот как действуют настоящие наемники. Наперед думают. Весело будет. Давно не виделись. Let's go.
Помоги, помоги! Слава богу. Я 2 дня здесь был. 2 дня! Кажется, сломал пару ребер. Слушай, слушай, мне укол нужен. У меня все с собой. Я просто сам не могу. Пожалуйста, помоги. О, слава богу. О, так-то лучше. Все, друг, спасибо. Я в порядке. Сам смогу отсюда выйти. Вот же черт. Я уж думал, все, здесь подохну. Я у тебя в долгу, друг. В большом. Thank you.
попался. Ну и как склад горючего. Вот что им будет за наколку. Мы команда. Ну как она? Давно не виделись. Стоять! Ты знаешь порядок. Без оружия. Знаете, что люди говорят? Они говорят, что вы все собираетесь покинуть страну. Вранье! Ничему не верьте! Вы же заплатили нам за работу! Значит, мы будем работать! В Африку Бастион привели деньги. Не будет денег, не будет и наемников. Пусть золотишко продолжает сыпаться, проблем не будет. Конечно, вот о чем вы думаете. Не о работе, не о том, как сделать Африку сильной. Ах, так вот над чем вы трудитесь. Я-то не знал. Своих ребят посылаете делать грязную работу, а когда становится трудно, приводите наемников. Типа, это сделает Африку сильной, да? Ты неплохо справляешься. Лучше, чем другие, кому я плачу. С тобой Афот становится сильнее. Это хорошо. Доктор Гакумба хочет сказать, что у нас есть работа, и мы ищем человека, который согласится ее выполнить. СНС обеспечивает безопасность одной европейской агрокомпании. Знаешь, таких типов приезжают в костюмах-тройках, чтобы встроить свой бизнес в здешнюю. СНС охраняют фермы, а компания снабжает их всякой крольчатиной. Положил конец этому сотрудничеству. Ферма находится на востоке от города. Между теплицами есть навес, под которыми стоят поливальные насосы. Тебе нужно их уничтожить.
Тогда ученые поймут, что СНС никого не может защитить. Конечно, если вы справитесь с заданием. Суть понятна? Комплекс теплиц, навес со всякими насосами и трубами. Латим камнями, как обычно. Ты будешь сам по себе, приятель. Не ожидай помощи, даже от нас.